Филармоническая хоровая капелла Ярославия дебютирует в опере Джакомо Пуччини «Турандот». В эти минуты коллектив выступает на сцене Большого зала Московской консерватории имени Чайковского. В столицу ярославцев пригласил известный дирижер, народный артист России Валерий Полянский. Ярославцы в Москве исполняют «Турандот» вместе с его коллективом Государственной симфонической капеллой. Музыканты представляют итальянскую оперу в концертном варианте. В России это делают довольно редко. И вот фрагмент «Турандот» с одной из репетиций в Москве. Сегодня мы связались по телефону с главным дирижером и худруком филармонической хоровой капеллы Ярославия Владимиром Контаревым. Он находится в Москве вместе с коллективом. Это очень такая премьера будет интересная. Билетов нет уже, очень большой ажиотаж в Москве. Очень немногие звонят и спрашивают, как пройти. Ну, в общем, это пройти будет, по-моему, невозможно. В нынешнем музыкальном сезоне «Турандот» – вторая совместная работа филармонической капеллы с Валерием Полянским. В октябре его коллектив и Ярославский представили публике оперу-ораторию Игоря Стравинского «Царь Эдип».